Господин ведьмак! Господин ведьмак! В чем дело, парень? Банк ограбили! И господин Валерат приказал привести ведьмака! Ведьмака? Что происходит, парень? В купеческом квартале! Пойдем за мной, господин Геральт! Проклятые Скаятаэли грабят банк. Что происходит? Их отряд захватил банк. Мы не знаем, как им удалось проникнуть внутрь, но они захватили заложников. И они хорошо вооружены. Зигфрид возглавляет операцию по освобождению. Вечный герой. Геральт, им нужна помощь. Не стоило ему лезть на рожон. А другой вход здесь есть? Я бы не советовал проводить прямой штурм, но... Велерат, время идет. Здание банка связано с городской ратушей, но они заперли дверь изнутри. Может, тебе удастся проникнуть туда из склада? Склада? Он связан пешеходной эстакадой с ратушей. Склад не используется. Но у меня есть ключ. Не используется? Женщины, которые работают в ратуше, рассказывают, что там водится привидение. Ну, я бы не стал всерьез воспринимать их россказни. Дайте мне ключ. Проклятые Скаятаэли. Thank you.
Вечный огонь защитит нас! Внизу Скаятаэли. Что же делать? Трудные сейчас времена. Когда это все закончится? Ограбление! Никому не двигаться! Никому не двигаться! Никому не двигаться! Когда это все закончится? Ведьма, ты что здесь делаешь? Успокойся, Гровер. Я здесь, чтобы поговорить. Мне не до разговоров, ведьмак. Что ты хочешь этим сказать? Я и Вин внизу. Я тебя зарежу, волосатая обезьяна! Ты умрешь, я Тхойне! Я ненавижу вас, Тхойне! Я тебя зарежу, волосатая обезьяна! Тхойне! Аэлирен. Ты слышал историю Аэлирен, ведьмак? Нет, но я думаю, у нас есть более важные темы для беседы. Белая роза Шераведа. Краснолюды и люди знали ее под именем Элирена. Два века назад она повела в бой молодых эльфов. Старейшины были против. Они знали, что эльфы обречены на поражение. Знали, что после этой битвы они могут уже не оправиться. Рыцари готовятся к атаке. Аэлирен, белая роза, поднявшая на бой молодых. Они взяли оружие и пошли за ней в последний решительный бой. Их уничтожили. Безжалостно. Ивин, банк окружен. Они умерли с ее именем на устах. Они повторяли ее зов, ее крик. Они умерли за Шаэровед
и за Аэлерин. Так, как она и обещала, с достоинством, как герой. Ты был там? Так что, ты принял решение? Какое решение? Ты не можешь вечно сидеть верхом на заборе, особенно если этот забор стоит на поле боя. Хочешь, чтобы я вступил в твой отряд? Нет, ты слишком много сомневаешься. Из тебя не получится революционер. И? У меня была причина рассказать тебе про Аэлерин. Идет война, Геральт. Война за выживание, за свободу. Тебе не нужно быть одним из нас, чтобы помочь нам. Многие просто помогают, как умеют. А ты умеешь убивать монстров. Я не собираюсь участвовать в войне Ордена из Коэтаэлей. Я ведьмак. Я всегда сохраняю нейтралитет. Ты идиот, ведьмак! Слишком поздно говорить о нейтралитете. Встань на мою сторону или будь навеки моим заклятым врагом! Я не собираюсь убивать людей из-за твоей туманной философии. Сложи оружие. Тогда, может быть, остатки твоей команды останутся в живых. Ты предатель и глупец. Геральт, ты принял правильное решение. Орден Пылающей Розы отблагодарит тебя. Зигфрид, ты что здесь делаешь? Тебе не стоило. Кое-что изменилось. Нет времени объяснять. Яевин. Яевин сбежал в канализацию. Защищайся!
Я ненавижу вас, воины! Я ранен! Ты должен догнать Ейвина в канализации! Вечный огонь защитит нас. Вечный огонь ведет меня! Нам нужно спешить. Кажется, он сбежал. Но мы прогнали его из банка. Спасибо за помощь. Как я могу тебе помочь? В другой раз. Ты знаешь, где меня найти.
ноги болят. Расходитесь по домам.
Что ты делал в доме этой ведьмы? Она спасла мне жизнь. Если бы не Трис, я бы, скорее всего, был уже мертв. Кроме того, мы друзья. Хм. Значит, я у нее в долгу. Но знай, ведьмак, если ты лжешь, ты узнаешь, что я могу быть не только добренькой. С какой стати мне лгать? Ладно. Так что привело тебя сюда? Знай, эта ведьма пытается похитить одного из моих пациентов. Мальчика по имени Альвин. Даже если опустить тот факт, что я несу за него ответственность, то что эта ведьма знает о воспитании детей? Всем известно, что своих детей у нее быть не может. К тому же она постоянно болтает что-то об истоках и тому подобных вещах. Я не допущу, чтобы она наложила свои грязные лапы на этого ребенка. Ты с ней знаком? Объясни ей, что Альвин останется со мной. Я... Хорошо, я попробую. Но было бы гораздо проще, если бы вы с ней просто поговорили и пришли к согласию. Проще или нет, ты ее лучше знаешь. Пожалуйста, приведи ко мне Альвина. Хорошо. Теперь поцелуй меня и иди. Геральт, повсюду тебя ищу. Никогда бы не подумал, что сестра Наташа такая страстная натура. Никогда не видел, как она склоняется над пациентами. А эти глаза... Лютик. Ладно, ладно. Так вот, иду я к Наташе. Хочу, значит, поразить ее своим остроумием. И тут вижу, два высоких странных типа тащат этого парнишку. А тот орет вовсю, плачет. Они его даже по имени назвали. То ли Алькин, то ли Альпин, не помню. Вот дерьмо. Как раз он мне и нужен. Тогда можешь мной гордиться. Несмотря на угрожающую мне опасность, я решил помочь парнишке и проследил за этими двумя ублюдками. Они затащили его в один дом. Ты прав, я тобой горжусь. Ну, сказал же тебе. Ну, так вот, я тебя туда отведу, а потом сложу об этом балладу. Дом тот в районе нелюдей, так что иди за мной и давай поспешим. Мы все умрем. Надежда. Хочу передохнуть в городе. Чума ужас. Тут все только мертвы. Я буду смотреть ты и каждый день. Проклинать небеса. Вот сюда они его и затащили. Я видел, как они вошли во двор. Отлично. Как это неудивительно, ты действительно мне помог. Теперь жди здесь и не входи до тех пор, пока в доме не станет тихо. Эй, ты всегда мне говоришь ждать. На этот раз я пойду с тобой. Я собираюсь создать новый литературный жанр – активную балладу. Ни за что. Еще не хватало задеть тебя во время боя. Мне всегда приходится ждать снаружи. Ну что ж, искусство поэзии требует жертв. Быстрее, Геральт, нельзя терять времени. Я рад, что ты здесь. Они плохие.
Я знаю, знаю. Теперь все будет хорошо. Они умерли? Да, Альвин. Они не оставили мне выбора. Иногда приходится драться. Я понимаю, Геральт. Я это запомню. Уведи меня отсюда. Пожалуйста. Ух ты, сколько крови. Вот ты им задал, Геральт. Да, это тот мальчишка. И что бы ты без меня делал? Тише. Я слышу шаги снаружи. Они идут. Быстрее хватай парня и выходи через черный ход. Ты услышал их отсюда? Ты не перестаешь меня удивлять. Хорошо, я заберу его. Но куда его везти? Отведи его к Трис, она волшебница, она сможет его защитить. О, та рыженькая сильно расстроится. Но на твоем месте я тоже не стал бы злить колдунью. Уходите, они идут. Ладно, мы уходим. Отведу парнишку к Трис. Thank you.
Сударь? Можно взглянуть. Простите, сударь, но мы продаем товар только друзьям ордена и правоверным. Прощай. Такого сильного дождя давно нет. Оставила белье сушиться. Разумок. В чем? Что надо? Покажи свой товар. Господин Хивай говорит, что ты... Тут собака с печенью в зубах не пробегала? Вертикальные очки. Ужасно. Вертикальные зрачки. Мы все умрем. Моя одежда и дело. Приветствую тебя. До встречи. Что, ведьмак? Кто ты на самом деле? Что за вопрос? Я граф ордена.
Если ты не слыхал имени Деветта, значит, ты плебей или простак. А что-нибудь кроме политики тебя интересует? Не очень вежливый вопрос, но я отвечу. Мне нравится покер. Упражнение для ума. Да, этот тип досуга мне знаком. Я слышал об этой игре. Можно было бы поиграть. Я подумаю. Я буду здесь. Прощай. Что? Вечный огонь защитит нас! Когда это все закончится? Никому не двигаться! Прирежу любого долбанного болвана, который... Это какая-то ошибка!
тебя зарежу, волосатая обезьяна! Ты умрешь, войны! Ведьмак, что там произошло? Я слышал звуки борьбы. Они мертвы. Почти все. Почти? К сожалению, их лидеру удалось бежать. Мы найдем его. Ты заслужил орден, ведьмак. Наконец-то мы можем пойти домой. Наконец-то мы можем пойти домой. Мне есть сладости. Отлично, спасибо. Геральт, помнишь, мы говорили о моей личности? Конечно, есть успехи. Я решил помочь Зигфриду и Ордену Пылающей Розы. Интересно, Геральт из прошлого поступил бы так же? Интересно. С какой стати тебе помогать Ордену? Что тобой руководило? Я не понимаю этих нелюдей. Из двух зол я выбираю орден. Вот он, твой здравый смысл. Ты всегда терпеть не мог идиотов и истериков, отправляющих юных парней и девушек на верную смерть. Меня совсем не удивляет, что ты выбрал орден. Я действительно был настолько здравомыслящим? К сожалению, да. Хотя, надо признать, принимая многие важные решения, ты следовал своему сердцу. Все эти копания в моей душе ничем мне не помогли. Терпение. Мы на верном пути. Надеюсь.
Геральт? По поводу Альвина. Альвин в безопасности? Да. Лютик привел его ко мне и рассказал, что ты сделал. Я тобой горжусь. Я знала, что могу рассчитывать на тебя. Шане все ясно? Нет? Пойди и скажи этой рыжей стерве, что мальчик останется у меня. Покончи с этим раз и навсегда. Попробую, хотя предпочел бы встретиться с отрядом Саламандры. Геральт. Пока. Таким вооружением я бы держалась подальше от страшного. Мне надо торопиться. Скучно. Бандиты наглее. Клянусь честью. Да? Я пришел по объявлению. Вот что нужно. Перья Кокатрикса, 5 штук. У тебя они есть? Конечно, вот они. Спасибо. Печать сюда, подпишите счет. Следующий. Эти мечи только на показ? Что это? Ты
хочешь посмотреть мой товар? Милости прошу, ведьмак. Для начала позволь отблагодарить тебя за помощь в банке. Ты хотел меня видеть. Видишь ли, в последнее время указы Фольтеста стали очень странными. Я его знаю давно. Кто-то подделывает королевские указы? К сожалению, скорее всего, так и есть. Но печать похожа на настоящую. Кто мог украсть печать у Фольтеста? Кто-то из самого близкого его окружения. Надеюсь, ты найдешь предателя. Я сообщу тебе, если что-то выясню. Прощай. До встречи, Велерат. В последнее время в Изиме главным органом власти стал Орден Пылающей Розы. Не перетрудился, я вижу. Это точно. Если бы не кости, умер бы со скуки. До встречи. Они заняли большой зал. Как мы здесь вообще разместимся? Я пришел по объявлению. Какого? Потому, где говорилось о костях гравейров. Награду даю за 5 штук. Именно столько у меня и есть. Вот они. Держи свое золото. Невероятно. Опустить нас так низко. Я пришел по объявлению. Какого? Того, где говорилось о клыках флидаров. Плачу за 3 клыка. Вот они. Держи свое золото. Они заняли... Я... Как? Того, где говорилось о крови гулей. Принеси мне 12 флаконов с кровью в качестве доказательства, что ты действительно убил гулей. Держи. Вот твоя награда, ведьмак. Я пришел... Как? Того, где говорилось о когтях кикиморы. Награду даю за 10 штук. Вот 10 когтей. Держи свое золото.